Ну что же, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами откроем около 10 тысяч яиц. Как видите, у меня сейчас на балансе есть 10 миллиардов печенья, даже чуть побольше. И также давайте перед началом я бы хотел вам показать победителя на вот такого ДМ Santa Puffs. Сейчас вы его можете увидеть на экране. Также поздравляю победителя. Напиши мне в личное сообщение в Дискорде. Ссылка, если что, есть в описании. Как напишешь, я тебе сразу отдам твоего питомца. И также хочу объявить о начале нового конкурса на два вот таких вот пэта. Это Silver Stack. В принципе, по характеристикам довольно неплохие. И в общей сумме у них урон больше будет, чем у этого Santa Puffs. Для этого, чтобы вам участвовать, нужно поставить лайк на этот видеоролик и написать комментарий, свой ник. Чем больше комментариев, тем больше шанс будет выиграть. Так, давайте приступим к нашему открытию. ТПХаемся в ивентовскую локацию. Монета, кстати, стала намного быстрее фармить из-за обновления. Хоть и разработчик написал то, что умножение стало меньше, но это не так. Раньше было умножение на x3, сейчас на x2. Но почему-то сейчас намного быстрее фармятся эти монетки. Возможно, он там какую-то систему переработал, чтобы они быстрее прибавлялись. Но очень заметно. Вот такое количество я нафармил где-то за 5-6 часов. В принципе, довольно быстро. То есть, если целый день фармить, там можно около 30 миллиардов, я думаю, получить этих печенек. А это очень много. Так, ладно, давайте активируем бусты. И начнем открывать. Сейчас пару яиц открою на видео. А после этого уже остановлю запись. И мы подведем итоги, какие питомцы мне выпали. Естественно, будем надеяться на Huge Cat, но все-таки шанс довольно маленький его выбить, ну вдруг повезет, посмотрим. В прошлом ивенте мне не повезло, возможно, в этом повезет, но тоже не факт. Яиц я, в принципе, уже до этого довольно много открыл, около 20 тысяч, может быть, даже побольше, и сейчас буду на 10 тысяч яиц открывать. В принципе, шансы есть, будем, естественно, надеяться. Как видите, пока что даже не выпадает мифик, но, возможно, сейчас выпадет. Хотя тоже не факт. Но питомцев сейчас очень много стало. Давайте посмотрим, сколько этих питомцев. 2 миллиона этих. Ну, чуть поменьше. Ну, в принципе, более-менее нормально. Ну, ладно, в принципе, это не суть. А самое главное, самое важное, это, естественно, Huge Cat. Его многие хотят, но мало кому он падает. Как видите, у меня геймпасс тоже куплены, и я уже довольно много яиц открыл, и мне почему-то он падать не хочет. Так что тут чисто зависит от вашего везения. Ну, как видите, мне даже сейчас не может выпасть мифик. Очень странно. Давайте сейчас еще раза три откроем. И после этого переместимся в конец, когда я потрачу все печеньки. И подведем с вами итоги, какие питомцы мне выпали. Так, последнее яйцо. Что же выпадет? Ага. Только легендарки и обычные. Ни одного мифика даже не выпало. Ну ладно. В принципе, давайте начнем. Сейчас для вас буквально пройдет секунда. Для меня это несколько часов. Где-то часа 3-4, я думаю. Может быть, даже больше. Ну ладно, начинаем. Ну что же, давайте подведем итоги. Как вы думаете? Выпал мне Huge Cat или нет? В общем, я открыл примерно на 50 000 печенья яиц. То есть я еще до этого, до записи ролика, довольно много яиц открывал. В общем, у меня открыто получается яиц на 50 000 печенья. Это где-то 20-25 тысяч яиц. В принципе, довольно много. Ваши ставки. Выпал мне Huge Cat или нет? Как вы думаете? Правильный ответ, конечно же, нет. Но вы сейчас удивитесь. Значит, смотрите, листаю вниз. Оба-на, и у меня этот есть Huge Cat. Но сразу скажу то, что выпал он мне не с яйца, выбил я его не сам. И его просто купил за гемы. Давайте оденем. А, нужно одного питомца снять. Давайте снимем и оденем. Все, как видите, у меня коллекция пополнилась. Теперь у меня есть два Huge Cat. Очень круто. Напомню то, что вот этого новогоднего Huge Cat я купил за гемы.
он мне не выпадал. Естественно, будем надеяться, то, что все-таки в скором времени он мне выпадет, потому что я планирую еще довольно много яиц открыть. Если он выпадет, конечно, будет очень круто. И давайте посчитаем, сколько мне питомцев в общем выпало. Получается 7 huge sand. То есть не huge, а просто sand puffs. РБ. Довольно много вот таких драконов, даже я бы сказал, очень много. И еще больше вот таких сильверсак. Их где-то тут, ну, примерно 20-25 питомцев. В принципе, довольно круто. И очень большое количество вот таких РБшных волков и вот таких оленей. Фьюз у меня, кстати, есть, как с оленей сделать волка. Вы можете посмотреть, он уже есть давно на канале. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.